Смотри. А, нет, поршня нормально. Поршня-то не прогоняй, нормально. Вот у нас берет. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, прибудь с нами, Господи. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей, дабы размышляли сегодня мы тоже только в истине, не уклонялись ни влево, ни вправо. Прибудь с нами до конца. Тебе слава восславим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Брат, я хочу спросить, для кого Иоанн Златоуст не авторитет? Есть такие? Нету. Да и как может быть так, чтобы в нашей общине кто-то, для кого-то Иоанн Златоуст был, не был бы авторитетом? А вот он постоянно говорит нам о том, чтобы мы бодрствовали над своей душою. И брат вот читает эти проповеди Иоанна Златоуста, вот последние проповеди. Такие замечательные проповеди. А у него все они замечательные, у Иоанна Златоуста проповеди. Потом он из Златоуст. О гиене. Всегда нужно помнить о ней. А для чего? Для того, чтобы не впасть в нее. Он и пишет об этом, и говорит нам об этом. Постоянно говоря о ней, для того, чтобы никогда не впасть в нее. А у нас нередко не только услышать можно от тех людей, которые спят или дремлют, но и от тех, кто вроде как считает себя бодрствующим, и в нашей общине. Опять одно и то же. Сколько можно об этом говорить? Да вот 25 лет нас предупреждают, что в Московской патриархии есть болезнь. И скатываются, до сих пор скатываются, потому что говорят, что один к одному. 25 лет упреждают. Я не говорю, что там гиена огненная. Но не один к одному. Видеть это нужно. Не видим, не хотим этого видеть. Так вот, бодрствовать нужно над собой всегда, не дремать, как сегодня опять же в проповеди было сказано. Дремота – это опасно, а нравственный сон – это уже пагубно, это уже смерть. И просто, вот когда человек здесь уже 25 лет
который здесь в нашей общине, и он говорит опять одно и то же. И сколько нас можно пугать? Вот вчера, в прошлый раз, прединформация так называемая была, скажем, назовем это, прединформация, что вот сейчас в мире такая ситуация, что в мире такой прогноз, что мы уже вот со всех сторон, наша Россия может быть растерзана буквально. Ну и что, давайте тогда зароемся, как те вот, которые там, я не помню в каком месте, там зарылись в землю и все, и ждали конца света. Да к этому разве нужно призывать? Нужно призывать, чтобы бодрствовать, чтобы постоянно быть в трезвенном состоянии, чтобы душа наша была готова всегда к покаянию. Да я успею покаяться. А вот сегодня мы слышали, опять же, отдаст тебе Господь. Да, Бог сказал, что Иисус Христос сказал, что если ты покаешься, Он простит тебе твои грехи, закинет их за себя и не помянет более. Но Он не сказал, что ты доживешь до завтрашнего утра. Потому и нужно говорить, постоянно об этом нужно говорить. Вот. Вот это вот воздыхание, начало есть покаяние. Возможно. Возможно, да. Ну, а наших болящих, Татьяна Кузьминична, доложите нам. Кто присмотрен, кто не присмотрен. Ой. Ой, только все немощны стали. Все вот. Мы такие постарели как-то в раз все. И все занемогли чего-то. Вот, ну Александра Ивановна с Валентиной Ивановной лежат, обе, и Валя свалилась, помогать надо, вот, если кто-то, вот, ну мы распределили, чтобы вот каждый день, а вот кто-то уже не пришел и все, а сын вот был, раз ушел домой, его день не было, другой, а мы не пошли, значит уже все. Валентина у нас больная. Она тоже сломала бедро, упала ночью. Вот в больницу привезли, она там 3 дня побыла, домой. Сейчас старых-то и не берут. У нас бабушка тоже пошла, 94 года, тоже руку и ногу сломала. Кто ее возьмет в больницу? Да никто не берет. Поэтому вот у Валентины сейчас, ну вот Любовь Николаевна прямо вовремя, она у нас появляется всегда. Слава Богу, она пообещала, что она поедет сегодня, и ее помощь очень там нужна. Вот. Ну, я хотела сказать, вот вы болеете, вы не ходите. Некоторые у нас не было одно воскресенье, другое воскресенье, там даже третье не бывают. И не звоните и не говорите, то ли ты померла, то ли ты где ты. Понятно, что трудно добираться все, но хоть позвоните. Лена долго не была. Позвоните, что болеете, мы же молимся за болящих, а так неизвестно, то ли вообще живы или не живы. Сейчас вон какая скользкая, идем, упали, мало ли как. А больных много, Мария Яковлевна болеет, тоже она дома, Анна Кузьминична. Вот сейчас батюшка приедет, и это надо будет по всем ехать, ему причащать, потому что все готовятся. Вот. И я очень прошу, еще обращаюсь к братьям, кто на машинах. Ну, пожалуйста, не, это, помогайте увозить. Вот после службы, особенно в субботу. Аминь. В субботу, кто на машине, как-то, ну, старайтесь не оставлять нас. Мы уже никакие еле ходим. Пожалуйста. Ну, вот так. Все. Спасибо, Христос. Ну вот Антонина Севастьяновна, вчера она была на службе, сегодня ее нет, она пошла туда. На Южный, там будет, у нее там Треба, она умерла у нее сестра и кто-то еще там. Заловка. Заловка, да. Лилия Алексеевна позвонила, что Игорь как бы за ней заезжает, Третьяков, и привозит ее. Ну, она мне позвонила, говорит, Игорь позвонил и сказал, Третьяков сегодня поехали. Они пошли в Покровский собор, надо помолиться, чтобы Господь им помог. Они там хотят увидеть ситуацию, какая там ситуация с глухонемыми, чтобы они там выяснили ее своими глазами. Да, и нам об этом расскажут, как они там ведут себя и как с ними общаются там, на их языке глухонемых. Это и есть проявление любви, кстати, тоже. Любви к ближним нашим, к нашим глухонемым братьям и сестрам. Вот еще какие нужды по нашим немощным братьям, сестрам? Кто у нас не присмотренный?
Он хотел спросить, где? Сестра. Да я тут тебя ошибаюсь. Лексушка работает? Пока, да. На ноге не работает. Да, брат. Я хочу поблагодарить всех, кто молится за водителей. Я тут в аварию попал, чуть не погиб. Вот. У меня на трассе начало мотать, развернуло машину, и если бы не ограждение, я бы в кювет бы вылетел бы, и, может быть, меня сегодня нет. Благодарность Гале Загуляевой, то, что она вот, как бы такую вот просьбу сказала, я когда сразу остановился и понял, как вот бодрствуйте, в любой момент Господь может нас призвать. Да, вот это помнить нужно эту молитву. Ну, а причина? Причина чего у тебя там? Гололед. Это резина как бы уже не свежая. Шипованная, все, но не свежая. И, ну, может быть, да, торопился. Конечно, может быть, надо в гололед потише ехать. Но... Стоять, братан, и ехать. Ну, стой, брат. Игорь, вам слово. Так, может, еще кто-то скажет? Я хотел вернуться к притче, которую сегодня слышали. У человека видно, что он хотел спасения и подошел. Что мне нужно еще, чтобы наследовать Царство Небесное? Вот вопрос такой стоит, что слово «наследовать» его рассматривают, что у него мысль была, как вот богатство от родителей наследовал, так и это. Но оказалось, положение его совсем никудышное. Я все это соблюл, знаю заповеди. Ведь если нам нужно понять что-то, мы должны применить к себе. Господь говорит, как считаешь? 1000 лет этот вопрос нельзя было задать в России. Как считаешь? Какие заповеди? Ну ведь в церкви уже было Евангелие, хотя бы одно-то в алтаре, одно. На город хотя бы. Ну, можно было его отпечатать как-то. Запечатано. В 989 году. Крещение Руси. Перевод Библии 1876. Это не 2 дня. Речь идет о 900 годах. И не, в народе вообще Евангелия нет. В изврезком народе переписывали от руки. Как считаешь? Все время написано, как считаешь. Русским нельзя было это задать. Никак я не считаю. А что считаешь? Все свелось к тому, что посетить храм. Чаще исповедоваться, чаще причащаться. В конце концов, попы добились этого. Сегодня опять возвращаются к этому. У меня сейчас очень большие разговоры, диспуты. Вы слышали сегодня, как Иоанн Златоуст предупреждает, кто незаконно причащается? Ты грязными навозными руками к царской ризе прикоснешься? Ведь исповеди настоящей-то нету. Друг на друга нависает, люди боятся сказать. Я говорю, а почему? Вы же говорили, мужа готовить. И вот Покровский собор, да, он готовился, подошел. Коммунист бывший. Но душа возжаждала что-то. Он, а жена ходит в храм, он ей не запрещал, хорошие отношения. Когда подошел, его священник буквально толкнул. Что ты мне показываешь? Ты накрыл его партуком, и все, он отошел, ничего не может понять. А что это было? Он припомнил все, что у него было в этой жизни безбожной. И не где-то рядом это сплошь и рядом. Придумали общую исповедь. Священник выходит, фартуком махнул, то есть это, и петрохили свои. Все, заходи, подходи, сам себя определяй. Народ в таком состоянии, что не может свои поступки рассудить. Считает, какие смертные грехи. И вот выписывает целые книжечки. И пишут с такими подробностями, сексуальные отношения. Даже ничего не знаешь, научишься. Как будто инструкция для разврата. Да самый-то главный грех никто как будто и не слышал. Если вы хотите знать смертный грех, он фактически это любой грех, в котором нет раскаяния. Но самый главный грех, Господь говорит, Дух Святой придет и обличит мир о грехе, запятая, что не верует в меня. Почему пришла другая партия? Потому что Бога не верят. Почему родители сдают в эти дома престарелых? Почему аборты? Не веря в Бога, не веря, не ожидание суда. Все грехи в одном. Вот я сейчас слушаю, там авария была бы где-то. Я дам самый хороший совет. Я с шоферами долго ездил, с хорошими шоферами ездил. Ассами своего дела.
Я говорю, человек, когда устал, чтобы не было аварии, не заснуть за рулем, какие-то лекарства принимаете, что он говорит, самое лучшее лекарство одно. Сверни в сторонку, где тебя не стукнут, и поспи. Ты видишь, что гололед, зачем выезжаешь, зачем искушаешь себя? Ты знаешь, что на дороге не лед, а лев. Тоже на три буквы и тоже на Л. Ты пойдешь туда, если знаешь, что уже сколько там людей задавленных лежит, не пойдешь. Ну, а теперь машина разбита. Ну, Виктор Андреевич знает, у него тоже сын сделал аварию. Все, в следующий раз приходит пешком. Вот, надо ее разбить сначала, тогда я... Ну, что делать, вторую покупать не будешь, тогда приду. Но почему сейчас не сделать так? Пока гололед маленько снегом покроется, да придавит. Зачем искушаешь Бога? Ты не священник, тебя не зовут к умирающему. Мог бы поехать без этого. Возьми на себя эту вину и скажи, Господи, я больше делать этого не буду. Уже от одной беды отошли. Чуть не погибли. Вот радость, радостное известие. Да встань на два часа раньше, вовремя пешком придешь. Я даже хотел спросить, Василий, ты ходишь пешком или транспортом едешь? Езжу. Транспортом ездит. Он все время пешком ходил на занятия в университет. Мы жили на Булыгино, а в РЗ ремонтировали, это работа моя была. Я все время ходил пешком, 3 копейки сохранить, 3 копейки целых. И так в любом вопросе. Вот видите, Господь говорит ему притчу. Эта притча привязана к географической местности. Это очень редко. Если Царство Небесное подобно женщине, которая взяла закваску. Где эта женщина живет? В Бразилии, в Израиле? Ничего не знаю, но везде одинаково. Вышел сеятель сеять. Где он сеет? Ну, совершенно не понятно. В Австралии, в Америке, а здесь конкретно из Иерусалима шел в Иерихон. Это не что-то такое. Иерусалим вверху, Иерихон внизу. Это означает, от высокой нравственной жизни, от веры в Бога, пошел вниз туда, где ждут его разбойники. Зачем ты туда шел? Да я только в интернет зашел, а теперь не можешь вылезти оттуда. Если мы не знаем, каким путем обратиться к Богу, Бог-то знает. И он сегодня насылает кару на мир. Если кто не знает, что такое, некоторые новые слова появились. ИГИЛ. Расшифруй его. Исламское государство. Дальше? Дальше не знаю. Ну, кто знает? Ирак и Ливан. Так? Ирак и Леванта. О, там еще маленько по-другому произносится. Вот как. Эти люди, которые сегодня ненавидимы всем миром, ведь у всех есть мать и отец. Я видел, что здесь действенное такое лекарство дает им. Это только один, Рамзан Кадыров. Он узнал, которые туда стремятся. Всех их поймали, притащили. Какой сценарий у нас заиграл? Женщина с мужчиной должна вместе быть. Стоят они посреди, там сколько, 9 боевики. Молодые ребята, там смотреть просто видно, что они здоровые, крепкие. Отдельно стоят матери, отдельно стоят отцы. И... Глава этой республики чеченской начинает им втолковывать. А после этого речь представляется этой взятой женщины, отцы и матери тех, которые приведены здесь. Это надо все было обдумать. И отец, это понятно, какой народ крепкий, гордый, говорю, всяко называют его. Из них слезу не вышибешь. И отец рыдает, стоит. И смотреть нельзя, сам заплачешь. И он обращается непонятно, то ли к Богу, то ли к сыну тут. И у них, видимо, порядок такой, они не смотрят. Ни на кого, они все до одного вот так стоят. Ну, кто видел фильм «Испирь», что нельзя смотреть, и они все до одной, их так приучили где-то. И он им втолковывает. После этого начинает говорить женщины. Это море слез. Они обращаются к детям своим. Куда вы идете? Вы погибнете. Они не знают. Это избранная кара Божия. И сегодня выступают все политики мира и говорят, нам их не уничтожить. Их сейчас... С подводной лодки показано, как российские подводные лодки запускают ракеты и долбят их. Более 1000 опорных пунктов уже у них разбиты, и как будто не начинали бить их. У них своя добыча нефти. Миллионы, миллиарды долларов. И из России ничего не могут сделать. С института, с университета бегут люди. Малые дети, 10-летние бегут. У них только одно – научить убивать. И как они учат? Матери, побеспокойтесь о детях своих. Поставьте ребятишек, и кто у кого дети есть, вот сюда в двери хотя бы, попроси подойти сюда, там, ищи дети. Они там на кухне, их можно найти. Немножко побудьте здесь. Подвигайтесь сюда, подвижу, подвигайтесь.
Там еще есть ребятишки маленькие, мальчишки. Они там, я видел, выше раздевши, рядом. Дроботы ушли уже. Дроботы ушли. Дроботы ушли уже. Я видел, там Тарасий пошел в ту сторону. Тарасий где-то. Дело вот в чем. Они ставят ставку на молодых. Детей учат только убивать. Они ничему больше как будто не учат. Седьмая глава второй книги Маковейской. Дома, матери, почитайте детям. И приблизьте к себе. Их взяли всех, семь сыновей. И ничего не надо, только свиное мясо положи уже на жертву. Или поешь. И все, ты свободен. И мать каждого уговаривает, одного казнят. Выдавливают глаза, режут кожу. Отрубают пальцы. И она каждого уговаривает, ты будь верен. Я получу тебя от Бога. Каждый пальчик будет на месте. И даже император дрогнул и говорит, ну хоть последнего сына сохрани. Она говорит, согласна. И наклонившись ему, написано, посмеваясь, мучитель, она стала говорить, шесть уже там, у Господа, будь верен до конца. Я получу вас, дети мои, я не знаю, как вы защищались, как вы родились. Но я узнала, что выше, как поклонение нашему единому Богу Иегове, никого нету. Приучите детей к этому. Они берут христиан и делают из них мамлюков, убийц. Христианских детей. И есть такие, которые не приняли. Вот девочки сидят. Сколько лет Леониде? 11. О, 11, это уже большая. Десятилетних и раньше делают наложницами, друг другу перепродают, показано как. До 9 человек в день насилуют ее. Они все мусульмане, все говорят, это изверги, демоны. Это не люди. Демоны зла вырвались на свободу из ада. По-другому они их не отзываются. Но без воли-то Божьей волос не падает на головы. А здесь государственные деятели все трепещут. Они взрывают мечети своих же мусульман. Это неправильно, только у нас правильное. Мулла и имам убивают их. Ну, кто смотрит маленько-то, задумайтесь, к чему мы подошли. Что за этим? Все до единого политики кричат начало Третьей мировой войны. И сейчас подняли тайное, какие там, уже пророчества в Англии, или что это ведьмы-то. Но до этого момента удивительно все сбылось, что она говорила. А почему? Речь идет об убийстве. А убийство делает дьявол, человеку убийца и ложь. И он это знает, расклад полный. И она говорит, пойдет Сирия, победитель будет, но не тот, слово не тот. Разбирают теперь, что такое. И дальше что будет? Вот эта провокация, сбили самолет российский. И вдруг кто-то начал Турцию там долбить. Они сразу войска, мобилизация. А самая большая армия здесь на юге только у них. 600 тысяч. Это в несколько раз больше, чем российская. Понятно, что это идет. Они объявили мир, джихад Америки. Всем. Кому не объявили, только может Австралия. Но все в Австралию не поедут. Вывод один. Приготовьтесь к исходу. Как у нас хорошо. Как... Господь нам дал, все у нас в достатке. Не проклинайте никого, в первую очередь евреев. Но что делается в мире, не без их это ведомо и под их руководством. Вот это надо знать. И поэтому сегодня Израиль помогает их долбить, потому что от них избавления нет. Прибывают тысячами, десятки тысяч туда, молодые люди, со всех стран мира. Русские принимают мусульманство и бегут туда. Вот одну поймали, эту Варвару. Вот сейчас ее таскают, как она идет, закрытая, в Московский государственный университет. А он там по интернету, он там 25-я невеста, она уже ему. И они туда, как обезумевшие, летят, пробираются. Их поймали, вернули, отец стоит, говорит, я уж не знаю, что с ней делать. Как помешанные делаются. Почему? Демоны зла вырвались на свободу. А зачем же ты пошел из Иерусалима в Иерихон-то? Иерихон – город проклятия. Зачем? И попался разбойником, вот оно где, это демоны, которым он попался. Вы во все вникните, не написано, в каким направлением шел священник и левит. Но я думаю, хотя об этом не написано, но они шли в Иерусалим. Где-то они были, видимо, и все проходят мимо. Больные мы, разгромленные, мы никому не будем нужны. Сегодня предлагает Америка собрать деньги. По 150 тысяч долларов каждому, чтобы русские люди куда угодно делись с этой земли. Дали землю добрым людям, не загаживали ее. Один раз истратимся, и земля будет обработана.
как Китай там занимается, сейчас подарок какой, у нее какие урожаи там снимают, говорят и голосуют, а земля пустая, никому нельзя, никого нету, нету. Восток уже пустой. Так вот теперь и подумай, я куда иду, в Иерусалим или из Иерусалима? Вот люди, которые у нас были в общине, которых нет, это их выбор. Но, повторяю, ни одного еще пока не было, который, встретившись, сказал бы, что у него есть то, что у нас есть. Нет, он чужой, пришел, отстоял, ушел, никто не подойдет к нему, никто не знает. Сегодняшний патриарх Кирилл неоднократно об этом говорил. Ну, хоть как-то какую-то общину надо заводить. Ну, подойдите к батюшке, хотя бы на чай напроситесь. На чай уж. Не Евангелие изучать. Они не знают этого. Говорит о миссионерской работе. Но все сводится к тому, что под властью священника исповедуйтесь, причащайтесь. Что дальше-то будет? А дальше будет то, что на вата разгромленная, разбитая, придет самарянин. Другой веры человек совсем. Это самарянин, не еврей. И даст он два завета, ветхий и новый. И посадит на осла. Я толкую, из Евангелия беру толкование. Это не мое толкование. Он говорит, а что такое осел? Я говорю, я осел. На меня он его посадил, через меня сказал. Пришел человек в храм. Мы ослы. И на нас должен Христос сидеть. На осленке сел. И когда объезжает, это языческий народ, не объезженный. А ослица старая, это еврейский народ, уже знающий заповеди. И потрудишься больше в толковании. То есть истратишь что-то. Возвращусь, отдам. Мы стоим на самой кромке. И обольщение то, что в России там что-то как-то будет, это не надо на 100% верить этому. Весь мир написано в огне. Согласно апокалипсису, должно быть уничтожено примерно 2,5 миллиарда людей. Миллиарда. И сейчас рассматривают, какие там не Нострадамус, а люди, которые прямо говорили. Сергей, скажи, кто этот? Виктор. Я сейчас не вспомню. Ну, Никита. Серб какой-то. Тарабич. Тарабич. Ну, расскажи немного про него, чтобы люди знали, что был такой пророк позапрошлом столетии. Не пророк, не так они называют. Сербский, пускай они называют. Сербский христианин, который говорил пророчество. Они исполнились. Вот чем. Да. Он просто говорил, но это исполнялось. Ну, естественно, его как пророком уже сейчас считают. Жил он с 1829, умер в 1899 году. Фотография его есть и много его изречений. И там сбылись все сбылись. И одно очень интересное такое. Девушка вышла и говорит, вот послушайте, какое, говорит, изречение этого Тарабича. И он говорит так, когда-то, это где-то в 1850 или 60 году, но не перед смертью, там где-то в середине жизни он говорит, когда-то, говорит, через там, будет в северной земле, придет человек невысокий и будет говорить людям истину. И они не будут ему верить. И вокруг него будет, это, будет очень много лже этих... Лицемеров. Лицемеров. Но и придет время, говорит, после него останутся много книг и все его слова. Написано вот так вот он сказал. Останется много книг и все его слова. И когда люди, те, которые были лицемерами... И тогда они поймут, что они были неправы. А он говорил истину. Ну, то есть, вот так вот приблизительно. И вот это вот такое пророчество, это чисто духовное. Вот от Нострадамуса, от этого, сколько там я его читал, ну, все только про смерти. Кто-то там кого-то пойдет войной, Хитлер там это там, забрал там эти клетки всякие там, ну, что попало, понаписано. Ну, его там расшифровывают. Все только о смертях, только вот о перетрубациях каких-то. И этот, это, Ванга также тоже. И вот этот Тарабич, как-то его имя такое. Ну, как-то сложное такое, не наше. Он тоже там говорит о исторических событиях. И тоже там есть смерти, перевороты. Но вот так вот это оно выделяется из всех. Чисто такое духовное событие. И девушка задает вопрос, спрашивает, а может быть это Игнатий Тихонович? Ну и мы там, это у нас занятия были, и мы на занятиях немножко начали рассуждать. Ну и дали слово Игнату Тихоновичу. Ну и вот, Игнат Тихонович, что вы ответили? Ну, что я ответил? Ну, вы ответили. Ну, а про кого еще это может быть в далекой северной земле? И главное, интересно, что останутся много книг и все его слова. А как все слова?
А Игнатий Игнатьевич за собой всегда магнитофон носил и записывал, сколько бесед. Но там-то и он участвует, и его слова тоже. А сейчас сколько вот этих записей идут, практически ни одно слово не исчезает, действительно. Уж если кто-то захочет узнать о жизни его, ну уже точно узнает. Это не так, как мы до Досифей, Дорофей, ну там спрашивал это ученика, ученик, что делать по Евангелию, и только мы это знаем там, ну чуть-чуть совсем. Говорит, гони его, говорит, настоятелю, прям батагами, меньше будет знать про это Евангелие, замучил уже. Вот в этом мы знаем, чем монахи занимались, ну, немножко. А что там дальше-то еще было, не знаем. Детей там бросали в реку в огонь, тоже знаем. А все потом прикрыли, замазали, а потом, ой, да давно было уже, что-то там и не вспомним. Нет уж, ребятушки, давайте вспоминать. А вот, пожалуйста, человек показал, открыто прожил всю жизнь. Да и вы-то тут тоже участники практически всех событий. Единственное, там, конечно, кто-то таит. Ну, как у меня есть хорошая знакомая, которая говорит, у каждого должен быть скелет в своем шкафу. Это вот про этих шкелетов не надо, это грехи. Их лучше вот вынесите Господу на покаяние, сейчас же исповедь будет. Значит, это притча, это, к этой притче нужно отнестись так, это я. Я израненный. И мимо меня прошли священники, ничего не сказали. Как считаешь? Господи, никак не считаю, считать нечего. Ответ-то вот какой. Это приговор тому, что было с нами. Я вчера попросил братьев, интересный такой момент. Я говорю, в интернете найдите литургию. Литургия, главное, это общее дело и причастие, это главное. Ну, батюшки, нет, мы совершаем богослужение, но это не литургия. Вот я данные сегодня впервые сам их получил, посчитал на калькуляторе. И кому-то, может, покажется это даже интересно. Литургия знаков без пробелов 39 953. Это новые данные, я озвучиваю. А Христос говорит, все тело мое, потом кровь моя, вот вся литургия была, 111. То есть сегодня наша литургия длиннее Христовой в 333 раза. В 333. И люди ничего не знают, самое главное, это не получают. Сегодня сконцентрировалось не на Христе, а на чаше. И это даже это не обман, это страшное заблуждение. Чтобы не рассуждая о теле Господнем, это не рассуждать о чаше. Там написано, что вообще тайну не надо говорить. О Голгофе, а этого-то как раз и не знают. Перед нами поприще неначатое, заросшее бурьяном и тернием, как кончается книга «Третья Ездры». Я впервые встретил сейчас в интернете то, о чем много лет говорил, никогда не было. И вдруг прорвалось, откуда они это взяли. Что это вепри кармалитские из пустыни, которые идут, и которые указывают государство. Там Асия, это Азия. И сейчас прямо открыто все это говорят. Я не вижу корни, откуда это взято. Что означает этот ИГИЛ, исламское государство, откуда оно, чем. И третья книга Ездра об этом говорит. И пыль до неба, и дым будет идти. Я все эти слова повторял и повторял годы эти, говорил. Писал, вставлял. И первый раз наконец встретил. Вот начинает проявляться теперь. То есть это было пророчество. И как смотреть на это? Вот они придут сюда, они придут. Они сейчас будут взрывать все, лишний раз в общественный транспорт люди боятся, будут садиться. Самая шумная улица в Париже в пятницу, ну как в Москве там определенно где торгуют-то. И вдруг все опустело, смотришь, никого нет, только полицейские, скорая помощь, все. Прозвучали один за другим сколько взрывов, и только трупы выноси. А они сюда идут ни один, ни два. Там не просто взрывы. Выступает имам Татарстана, посреди нас. И говорит, у нас мусульман, которые приехали сейчас, не наши, 75 тысяч. Вы понимаете, что это такое? Притом их учат умереть, это самое сладостное, самое дорогое. И маленьких детей с 5-летнего возраста учат, начинают взрывчатка, он садится, только вот так вот сделай, пуговку застегивай, и все, весь автобус взлетел. Детей всех обыскивать ты не будешь. Они их всюду пошлют. Тем более накачивают еще, может быть, наркотиками. Сейчас буквально все наполнено этим. А вот то, что Россия ввязалась, сейчас в Сирии там бомбят этих боевиков, то другое, это вот все Путин затеял теперь. Перестаньте. Путин делает то, что ему положено. На подходе.
Вот один боевик засел в доме, приходится иногда эвакуировать всех, уничтожать целый дом. Их не могут выкурить, 2-3 человека сидят и все. А теперь они в куче где-то не там. Их там одной ракетой может сотни убить. И поэтому не роптать надо, а молиться, чтобы на него не было покушения. Чтобы Бог ему положил на сердце делать так, как должен он, очень непростой ситуации. Но изменения какие-то идут уже. И за рубежом правители все начинают смотреть на него, как на мудрого правителя. На меня вышел вчера один, и да вы видите, он по бумажке говорит, у него специальный микрофончик стоит, ему что говорят, он слышит, то сказать. Ну, даже ничего не придумаешь. Может быть, более мудрого правителя не было. Я говорю, может, я не знаю. Но написано, молитесь за царей, за начальствующих. То, что они делают. И поэтому вникать во все подробности нам не дано. Мы знаем только один расклад. После всех победителей победит Христос. И когда евреи восстановят антихриста, его убьет Господь пришествием своим, духом уст своих. У него из уст идет меч обоюдоострый, написано в Откровении. И вот в молитву свою все это введите, что я вам сейчас сказал. Детей сохраните, научите, чтобы они научились зрительно представлять. Их берут, будут издеваться, чтобы ни один не дрогнул, как мать Маковейская. Приготовьте их к встрече со Христом. Это ваша заслуга. А то в школе бывает где-то стукнут один раз и уже не знают, что делать. Великую миссию выполняет только тот, кто доверяется глазу Божию. И об этом надо начать всем вместе молиться. Нам некогда за другими смотреть, я готов или нет. Нам кажется, так это далеко, где-то Сирия. Это всегда была дружественная страна в нашей стране. Самые древние святые, они храмы взрывают, христиане погибают. Они вообще никого не видят и не знают. И показывают в храме, сам древнейшие святыни. Все разломано, книги валяются, сжигают, просто взрывают. Я тогда стал смотреть с другой стороны, какой народ здесь был. Вот они, христиане. У нас все было хорошо, все где-то по-мужскому, в брюках также, в сережках, маленькие девчушки такие же. То есть все хорошо по-мирскому, а Богу-то не угодно. Не можете служить Богу и мамоне, не можете служить миру и Богу, не можете. И, наконец, Бог посылает. И очень крепкие идут для нас проповедники. Потому что впереди их идет один, говорит. Проповедник самый старый, которого никто не может выгнать. Он пробирается в царские чертоги и в бедные лачуги. Имя ему смерть. Смерть у ворот. Не враг у ворот, смерть. И поэтому надо молиться и за правителей, и за всех. И главное, прости, Господи, мы не ценили это мирное доброе время. Что за это время делали? В России подсчеты показывают за перестройку 120 миллионов абортов. Убитое государство. Да убийц Бог наказывает. Мы сами себя уничтожили. И поэтому, простирая руки, посмотри, говорит, не в крови ли они. Если кому-то не говорил, его грех на нем, ты ответишь за него, почему ты ему не сказал. Никого не бойтесь, кроме Бога. А они, если придут сюда, оказать им то, что заповедовал Христос. Свидетельство Божие. Накормить, напоить. Но успеть сказать о Боге, они все равно нас убьют, хотя мы накормим, напоим. Они говорят, в мире будем только одни мы. Совершенно слова, с которыми никто не согласен. Христиане должны согласиться. Ему дано вести войну со святыми, запятая, и победить. Это единственная в мире религия, которая говорит о том, что она будет побеждена. Конечно, не все. Найдутся где-то в ущельях, где-то под землей, найдутся отдельные, которые будут литургию совершать. Отошел. Дополнение из своего собственного опыта скажу. Мне, как врачу-патологоанатому, можно сделать определенные выводы по наблюдениям о смертности среди населения Алтайского края. Да, в советское время тоже люди умирали. Я вот работал как при советской власти, так и во время перестройки и после нее. Умирали. Но были такие периоды, когда по 2-3 недели нет трупов. Сейчас каждый день, и не по одному, а по 3-4-5. А почему? Да потому что все стали православными. Все. Тогда были неверующие, атеисты были. Но жили по каким-то моральным кодексам, по совести, может быть, кто-то жил. И не считали себя православными, не ходили в храмы, не причащались.
А теперь все православные. Да. Вот и делайте выводы. Прав? Я за то в своей проповеди. И немало болеет. Многие болеют и немало умирают. Как это страшно приступать к этим таинствам, не рассуждая о теле и крови Иисуса Христа. Коротенько скажу. Матфея 5, глава 4 стих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, говорит Господь. Ну вот, человек рождается, и сразу он начинает плакать. Вот детишки плачут, плачут. Часто очень, ну, все жалуются на них. Почему слезы льются? И такое впечатление, как будто Господь, ну, подготавливает человека, что вот с младенческих еще ногтей ты должен уметь плакать. И Христа-то вот гнали тоже. Такие страдания, такие неимоверные, что прям, ну, как бы жалость за сердце берет. И вот Господь посылает нам вот эту самую жалость, чтобы немножко нас подобить к слезам. Потому что почему-то, когда мы подрастаем, вот эта гордыня наша несусветная, она забивает все, а заповедь Господня остается, блаженны плачущие. И, ну, я никогда не видел, чтобы, допустим, встали двое и вдруг заплакали, ну, хотя бы у нас здесь в общине. Ну, бывает, может быть, что-то и поплачет, но не видно, чтобы это было часто. Господь говорит о плаче, это прям как о чем-то таком, ну, заповеди исполнять надо же постоянно. И где у нас этих слез нет? У нас и смерти уже были, и вот и детей сколько ушло, а вот нету этого. Я помню, когда Игнату Тихоновичу было 40 лет? 40 лет это сейчас скажу, 2002, да, год? 40 лет служения. А, служение. Да, служение. Когда было? Когда у вас 62-й, да, 60, это 2002 год, да, был, значит? Вот в 2002 году, это почему я помню, я как раз хотел на 40-летие пути по Богу Игната Тихоновича проповедь сказать, такую грандиозную, 40 лет и 40 лет хождения в пустыне, ну и пошел я и составлять, и не со, я ее наполовину составил, а потом у меня другая мысль это захлестнула, как видение какое-то. Дети, которые как черненькие такие у меня все наши дети, и такая у меня печаль на сердце, я так плакал, помню. Так мне было жалко их, и сейчас смотрю, уходят все подряд, никого не осталось. Вот я хочу сказать, что через вот как раз детей, через таких маленьких, таких тех, кого жалко больше всего, Господь наши слезы-то пытается выжать из нас. Не из старых. Старые жили-жили, мы их знаем уже, ну, к чему они. А вот именно через детей. И это мы видим и в Слове Божьем. Всегда вот идут гонения сначала на маленьких детей. А ведь дети, они, ну, как бы, это же источник всего существования. Вот у меня этот шеф мой, руководитель, он говорит, а это ты вот мне про вечность все говоришь, а у тебя-то вечности непонятно, будет там что-то ты там придумываешь себе. А вот у меня точно будет вечность. Я говорю, с чего у тебя будет вечность? Ты куришь там, пьешь и так далее, все это. Он говорит, так у меня двое внуков уже, и еще поди родят. Я говорю, что внуки? Ну как? Продолжение мое идет, понял? А после тебя кто там останется? Никого нету. Все, то есть все к детям ближе. И на детей сразу самое главное сваливается. Как первые беды, и вымирают и дети. И показывают, и ГУЛАГ этот тоже. Остаются одни детишки. Этот голодомор на Украине. Детишки распухшие с пузиками. И в концлагеря берут. Они никому не нужны, их толпами эти. Потом начинают кровь там и все проливать. А для чего все это? Для чего такое вот и именно к детям? И фараон начал. Дошел до детей. Давайте детей убивать начнем. Начал детей убивать. И вот здесь достигло вот это действие, достигло цели. Народ возопил Господу. До этого в рабстве жили 400 лет уже там. Ну, может, поменьше они жили в рабстве. Но уже долго. Работами их гнобили все. Нет, они больше расплождают. Народ раз расплождается, то ему нормально же живется, получается. И вдруг, как только детей коснулись,
И вот они, вопль этот, слезы покаянные. И Господь дает Моисею, Моисей дальше дает просто, не, просто нужные слова для спасения человека. Ну, чтобы человек начал спасать свою душу. Это был первый шаг, как говорится, детоводитель ко Христу, говорит апостол Павел. Без него дальше бы не пошло человечество. И вот сейчас у нас идет такое же движение. То есть Господь призывает нас к воплю. Вот этот православный народ, который патриарх называет православным, он никогда не будет плакать. Почему? Есть надежда у них. У них надежда, что они спасутся своими детьми. Смертями своих детей. Почему? Они всех благословляют идти на убийство. Вот сейчас это Путин, это война идет. Благословили, все, все, вперед. И я нисколько не сомневаюсь, что патриарх благословил. Епископы благословляют. И летят самолеты, бомбят. Есть там дети чьи-то, нету. Уже все равно, потому что к нам придут, это ясно. Игнатьевич сказал, придут к нам, да. Придут терактами, заползут потихоньку как-то. Это и в тюрьме он, мы видели, когда еще 10-20 лет назад уже сидели тогда мусульмане молодые за террористические, как бы, за пособие террористам. Я так удивлялся тоже. Они там сидели, беседовал там несколько было. Один прям, да я не террорист, как меня взяли, приехал вот с Узбекистана, взяли меня, забрали. Да, террорист, он не террорист, здоровый такой парень, крепкий. Может, и правда. Я тогда удивился, думаю, как, какой террорист? Уже это все было известно, все этим органам, которые сейчас у нас есть. Но они просто массой пойдут, да, и не сможем. Не сможем мы. Но главное это все в том, что мы не исполняем заповеди Господни. Не они. Они, понятно, не исполняют. Им что исполняют? Они свои заповеди исполняют. А наша заповедь-то главная. К чему и призывает Господь. И почему, через слезы, чтобы обратиться к Нему, и тогда Он услышит молитвы. То есть... Вот наши молитвы уже не просто должны быть молитвы, а со слезами нужно молиться, с воплем уже нужно молиться. Вот Игнатий Тихонович, Господь его пробил, он молитвы начал, руки воздевать и так далее. А здесь уже, может, надо всем стоять просто и рыдать. Но это же не скажешь, ну-ка давай рыдай там, ну-ка ты что не плачешь. Нужно же, чтобы у тебя эта печаль была, вот Игнатий Тихонович говорит, а вы печалитесь, что там сбит там этот летчик? Летчик 129, там 224, а до этого сколько рухнуло просто так, сколько убитых, везде террористические акты. Тут, говорится, сердце должно разорваться, а слез-то нету, никаких непокаянных, ни церковь нигде не плачет. Ну встали бы, вот и есть, как у нас называется, минута молчания. Ну встали бы, сказали, минута слез, каждый выжимает из себя слезу. Вспоминайте, ну и хорошие такие материалы подобрали, показали людям, телевидение сейчас везде. Ну, чтоб кого-то схватило за жалость. Показывают головы, как режут. Головы режут, у меня не просто, ну, какая-то жалость. У меня до такой степени, вот я вот смотрел эти вот, иногда пересматриваю специально для себя, ненавижу вот эти вот кадры, когда совет вот русским бойцам отрезают головы в Чечне. Кошмар. Это настоящий документальный. Кто не видел, посмотрите. Это смотреть невозможно. Глаза вот так вот держишь только, думаю, ну, чтобы меня встряхнуло. Хоть немножко какую-то слезу выжать. И тогда только думаю, ну как бы я поступил на этом месте. И только одно думаешь, ну не победить просто, не победить. А Господь так и сказал, что вы погибнете под ударами всех этих. Но дело все в том, что придет-то Антихрист. Но кто его знает, может быть погибнем от них, придет Антихрист уже на добитое. Тут, как говорится, спорить невозможно против этого. Смерть идет, это точно. Помоги, Господи, всем выжить. И спасти души. Не буду говорить об имени, но был такой брат, над которым я трудился достаточно долго. И эта рана до сих пор кровоточит, потому что трудился над ним. Я задал ему вопрос однажды, говорю, ты когда последний раз плакал? Плакал. Я многие годы посвятил тому, чтобы не плакать. Он себя заставлял, то есть посвятил себя тому, чтобы не плакать. Ну вот, не плачущим ушел в мир никуда. Это так. Вот так, к сожалению. Да, Игнат Ильич. Я благодарю всех, кто молился об этой акции, которая у меня совершилась. Я хотел найти всех, кто помогал в прошлые годы нам. Угу. Дело необычное, потому что заводы позакрывались, тех директоров нету. Но Господь так вывел, видимо, все-таки кто-то из вас молился крепко. И у меня и шофера были, возили разные меня. И все на той неделе закончил. Все нашел.
Некоторые совершенно не там. Новый директор, на него вывели, а тот не директор, уже не директор зеркальной фабрики. И все-таки вышел на него. И Сергей Павлович Пупков меня туда сводил. И все это мы записали. И будет в интернете. Знаете, некоторые смотрят и говорят, без слез смотреть нельзя, ничего нет. Да как так? Директор РТИ резинотехнических изделий. Я на КЖБИ нашел, это Надежда Дмуха, она его в прошлый раз там дала телефон. Я созвонился. И Горшкова, станкостроительного завода, нашел. Он доктор наук, академии права какой-то, экономики. Такой вот. Вот. Это все будет в интернете выставлено. Удивления их конца нету. То есть они не слышали. Да я кого-то сюда пришел, директор макаронной фабрики сюда приехал сам. И когда ему все рассказывал, показывал, это я поехал найти, я говорю, я несказанно разбогател. Ну чем разбогател? Ну ясно, что книгами-то. И я с книгами еду и дарю, это Новый Завет, к истинному православию, да слово Божие не туз. Ну это просто, когда вы увидите, это что-то особое такое, невероятное. Предприниматель один, где-то его загнали, там не найдешь, и где-то брат Севастьян меня свозил туда. Вообще никогда бы я его не нашел там, Абрамов. И вот последнее было, у него 3 инсульта уже было, но разум совершенно трезвый, все припоминает, как он стекло выписывал, а стекло, обрезки вот такие вот, ну и длины разные, Потеряевку привозить, они 2-3 стеколка. Я сейчас прикинул, примерно я увез оттуда 12 тысяч килограмм. Это вообще, даже, к слову сказать, это Долгуша называется, прицеп такой длинный, у него рессора лопнула. И вот мы сколько лет и все этим стеклом пользуемся. И он помнит, как он собирал народ, зеркальная фабрика. И я перед ними выступил, ну а тут директор, это как было. И вот он начал, что дать? И дал хороший полушубок, длинный такой, снаружи как хромовый. Никита, молись, чтобы он тебе пришелся по плечу. Я не брал никаких, иначе я... Как Хромов говорил, ничего не возьму. И за стол усадили. И там вот такую большую куклу дали. Сейчас кому нужна кукла, там подойдите, как ребенок. Там то ли Дед Мороз или что такое. И что-то женское там дали. Все. И все с извинениями, и с благодарностью. Вот как Господь положил на сердце, я хотел найти этих людей, и вообще найти никак. И не где-то, а краевой администрации. Ремневу нашел. Надежда Степановна. Она была... Первый секретарь Компартии Центрального района, а потом она работала в городской администрации. И как мы с ней говорили, и никто не воспрепятствовал нам снимать. Нигде. Везде все снимали. Краевая администрация. Да вышли на улицу, еще там на улице, я еще сказал целые проповеди. И вот как она, ой, это надо видеть. Сколько у нее благодарности, ее радости. Я говорю, вы, когда вот этот дом-то... Из-за того, что я освободился, у меня было много изъято, и законно считается. И она в то время, почему к ней попал мой запрос, и она написала, перестаньте безобразничать в отношении Лапкина. И как-то попала к Проценко, это генерал-лейтенант. И они говорят, пересмотреть дело. И тут Москва, какая-то Амелина, президиум Верховного Совета СССР тогда еще был. И пересмотрели, и снова суд, и тогда я его выиграл, и вот мы сидим где-то, 13 соток и 2 здания. Я говорю, Надежда Семеновна, это вы же... Да что-то я там вроде 2 слова написал, а ты... Нет, это начало было. Запомните, ничто не пропадает. Наши слова материализуются, а дела тем более, они уже материальные. Вот когда... Ну, я не могу показать, это в интернете будет, уже на этой неделе, видимо, я выставлю. Сегодня на обработку увезут. Сколько у нее радости... Когда она узнала, что у меня 4 книги, тогда я пришел первый раз, она, а почему вы не защищаетесь? Я говорю, да у меня и врагов нету. Нет, ну кандидатскую степень защищать называется. А зачем она мне защищаться? Она не знала, что у меня уже не 4 книги, а побольше. Вот. Ну, кого мог найти, припоминаемся, молюсь, кто же еще добро делал? Кто-то умер не найти, кто-то разорился, уехал. То есть нашел всех. И как Господь сделал? Эта мысль у меня была раньше. Меня когда в армии арестовали, первым делом поместили в психиатрию. 301 военный госпиталь Хабаровска. И я туда приехал, и туда приехал, и с книгами. На судебную медэкспертизу возили в Кемерово, Новокузнецк, и проехал туда, постарался найти всех людей и всем сделать подарки.
То есть у меня сегодня, ну, прости Господи, если я кого-то упустил. А вы знали, сколько радости внутри тебя. Я нашел его, мы обнимаемся, целуемся. Теперь он не директор, он говорит, да просто... Вот я дал 5 книг, ну, я посчитал, сколько там, ну, 3,5 тысячи это стоит, или побольше чуть это. Он вытаскивает за каждую книгу, Хромов Анатолий Петрович, по 1000. 5000. Садитесь, чай наливает. Я нет, да ничего не возьму, если деньги не возьмете. Это все засняли. Вышел, пошел с нами по коридорам, вышли там, где КЖБИ написано на администрации, там еще засняли где-то. Я вам хочу сказать. У меня опыт уже есть. Припомните, кто вам когда где помог. Знаете, так это интересно. Такой поиск, столько радости. Вот даже человек, он к тебе был не расположен, не имеет никакого значения. Я по смерти буду благодарен настоятелю и благочинному Алтайского края Войтовичу отцу Николаю. Когда он приехал первый раз, меня в тюрьме причастил. Но моя исповедь была интересна. Надежда Васильевна тут, я ее не вижу, она у меня... Где-то утекла там с ребятишками. У следователя в кабинете сидим, а там, видимо, уже она заметила что-то. И она вот так вот написала, и на обратной стороне у пиджака, там у пупайки, там у чем, и написала, идет слежка, запись. И вот так шла мимо окна, и вот так вот откинула, а я прочитал. Ну, я думаю, я это знаю. Но она это сделала и захлопнула. Следователь в окно, ничего нет, просто женщина проходит. Это еще тот... Разведчики. А они там с проводами бегали, что я скажу, что они искали где-то. Я говорю, отец Николай, вы меня исповедуете, но я же не раскаиваюсь. Не раскаиваюсь, что я делал, Златоуста насчитал, распространил, брал интервью репрессированных. Ну как же так, он говорит, но все равно причастил. Да в чем я буду каяться, иначе если я это отвергну, то что у меня есть, меня и нет тогда, я вообще сам себе буду не нужен. А уже позже, там еще долго сидел я, и приехал, был представь, отец Стефан. Кто-то знает, может, его? Хороший батюшка с Москвы. Два брата их служили здесь. Вот как, найти их. Одного не могу найти, умер, а другой где-то в Москве, но я постараюсь все равно найти. Даже киевского батюшку нашел, и он с нами везде был. Он тогда не был батюшкой. У радости его нет конца, и он был в храме, где я в Москве проповедовал. Отец Сергий, вот я просто делюсь с вами опытом. Дома сядьте, в спокойной обстановке, помолитесь, все время просите слезный дар, о чем брат сказал. И, знаете, я маленько отвлекусь, почему эти перед Рамзаном Кадыром, отец, какие-то кремень люди, и отец стоит, рукой закрылся и рыдает. Руку уберет, не может сказать. Он теряет сына, сына теряет. Мать стоит, плачет, закрывается, вытирает слезы. Почему они плачут? Это их сын. И он погибает. Он идет умирать не за то, что надо. Отец ему говорит там о родине, обо всем, он ничего не слышит, не знает. Мы все дети одного отца. Да у меня ничего с ним общего нет. И он зато говорит, как же нет, и глаза у тебя есть, и как Бог творил. Такой же человек. Да он террорист. У нас много общего. Мы дети Адама и Евы, но он не знает истины. Как ему ее открыть? Ты об этом подумай. Понимаете, получить слезный дар – это великий дар. Великий, блаженный плачущий, вы поете здесь в храме. Вот я опять опытом просто поделюсь, ну что я буду говорить, у меня нет слез. Я молодой, сильный, здоровый, крепкий, на корабле работаю, спортом занимаюсь. Да, что мне плакать-то? А слова Божия нету. И пригласили на одно собрание где-то в город Венспилс, Латвия. И братья говорят, а они уже знали, насколько мне Бог возжег огонь. И говорят, Библию достали. Какой-то брат должен приехать откуда-то издалека, с севера. И собралось собрание торжественно вручить Библию. А Библия там 66 книг. И она старая там такая. Ну, про меня речи нету. Но у меня уже был Новый Завет. И когда он не пришел, брат с ним встал и говорит, мы посудили с братьями, решили вот этому братику нашему новенькому. А я православный, они знают. Ни баптист, ни пятидесятник. Мы решили Библию ему подарить. Я не знал, где меня Господь посетит. Но у меня была такая жажда иметь Библию, и вдруг она есть. Я не смог ее принять даже. Я ушел в коридор, уткнулся в одежду, и весь вечер плакал. Плотина была прорвана. Если когда умирал человек духовно, умирал,
Бог давал мне такие слезы, что мне казалось, у меня наступало обезвоживание организма. Проси, да знай, чего просишь. Вот представьте, мы бы батюшка, отец таким, а у него было, он что-то в армии был, там у него какие-то колебания. А в старое время, знаете, в советское время, попробуй с работы, уйди. Два дня уже тунеядец, Татьяна, тебя. Я не стал разговаривать, пошел, сдал инструмент и сказал, я завтра на работу не выхожу. Почему? Я не выхожу на работу. У меня умирает человек. И тут же в этот день я уже был на поезде в Москву. Воинская часть. Каким-то путем через забор или где-то там под проволокой прополз, я даже не помню. Пробрался и с ним стал жить в казарме. Вообще вещь неслыханная. В советское время пробраться в воинскую часть и там жить. И не уехал, пока он не встал на ноги. Это не мое, это благодать Божия. Моего здесь ничего нету. И когда другая душа также была, меня смотрели, у меня лицо было от поста проще, как земля. Вот нужно идти за гвоздями, где-то работаем. Я иду впереди лесополоса. Я в лесополосу. Ну, лесополоса-то она там метров 20 шириной. Я вижу, где кусты. Споткнулся вроде бы, наклонился и уже встать не могу. Одним потоком душа. А эта душа находится далеко-далеко. И она в это время пишет, что-то с ней сделалось такое, как взял Господь и потряс. Она никак не хотела возвращаться, но она вернулась. Она сидит здесь. Вот так Бог сделал. Великое Бог чудо совершает. Я правильно говорю, нет? Все правильно. Вот так. И когда мы будем заботиться так о детях, сейчас уже, смотреть на них, как на приговоренных, Господи, веди их за руку. Только чтобы они спаслись, только бы не погибли. Матери, усильте свои молитвы. Я посмотрел, как они с ними обращаются, что это, как делают, как бьют. И это ужас. Ребенок 10 лет, у него пистолет, офицер сирийской армии, и ребенок его стреляет, стоит. Это они выставили сами в интернет. Вот каких мы воспитали. Ребенка убивать взрослого, это не для наших детей. Чтобы он, как матери Маковейской, 7 сыновей, все до одного зашли на небо. Всего ничего, кусочек свиньи там возьми. На нас идут вепри, дикие свиньи. Вепри. Боятся свинины, а в пророчестве Бог выставил их все хуже свиней, дикие, от которых спасения никакого нет. Этот дикий вепрь, он с медведем может бороться, клыком разрежет его. Так что да даст Господь нам великий дар, смирение, послушание и слезы. Отошел. Да, будем просить этого великого дара слез. Ну, у меня, к счастью, слезы с детства, другое, чего прошу, прежде всего прошу Господа, чтобы не уйти мне из этой жизни без покаяния. Самая главная моя молитва, чтобы не уйти из этой жизни без покаяния. И главное еще нужно помнить, чтобы мы должны быть благодарны. Благодарны нашим наставникам, учителям, Слове Божьем. Благодарность за любое, самое-самое, что ни на есть, малое. Но надо благодарить всех. И слава Богу, что у меня был такой отец, который был всегда благодарен. Если ему кто-то что-то сделает, он всегда вот с лихвой должен восполнить это, воздать благодарностью. Правда, он требовал и к себе тоже благодарности. Но вот это уже не по-христиански. Мы-то, христиане, должны даже забывать о том, что для нас сделали добро. Я имею в виду, ну, как бы, не забывать, а именно благодарить за это. А не требовать к себе благодарности. Да, брат. Ну, вот, коли заговорили об пророке, вот об этом, я сейчас его зацитирую, Витар Тарабич. И я еще несколько пророчеств его нашел. Третьей мировой войны, я думаю, интересно будет послушать, я вот сейчас сам прочитал. В народе на далеком севере появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию, но вокруг него будет много лицемеров, из-за чего ему придется очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Маленький человек оставит после себя мудрые книги. И все сказанные им слова. В итоге люди увидят, что обманывали себя.
И вот дальше он пророчество, предсказание Третьей мировой войны, он предсказывает 2050-2100 год, он так говорит. И вот он говорит так: когда добрые начнут больше размышлять, это приблизит их к божественной мудрости. Но будет слишком поздно, потому что злые уже успеют опустошить землю, и народ начнет умирать в огромных количествах. Тогда люди побегут прочь из городов и станут искать горы с тремя крестами, где смогут спокойно вздохнуть и напиться воды. Тем, кому это удастся, повезет спасти себя и свои семьи, но ненадолго, потому что наступит великий голод. В городах и деревнях пищи будет в достатке, но вся она будет отравлена. Тот, кто попробует съесть ее, с голоду сразу же умрет. Кто воздержится до конца, уцелеет, потому что Дух Святой спасет его и приблизит к Богу. И дальше такое пророчество. Величайший и злейший сойдется в битве с самым могучим и неистовым. В этой ужасной войне горе будет тем армиям, что поднимутся в небеса. Легче будет сражающимся на земле и в воде. В этой войне ученые изобретут самые разнообразные и странные пушечные ядра. Взрываясь они, вместо того, чтобы убивать, будут заколдовывать все живое, людей, армии и скот. Под действием этого колдовства они будут спать вместо того, чтобы сражаться, но потом снова очнутся. Нам не придется сражаться в этой войне, сербам. Другие будут биться над нашими головами. Горящие люди будут падать с неба на пожигу, город Сербии. И только одна страна на самом краю света, окруженная великими морями, размером с нашу Европу, вероятно, Австралия, будет жить в мире и без забот. Ни в ней, ни над ней не взорвется ни одно пушечное ядро. Тот, кто бросится в бега и укроется в горах с тремя крестами, обретет убежище и будет спасен в дальнейшем, живя в изобилии, счастье и любви, ибо не будет больше войн. Такие вот пророчества. Вот сейчас мы тебе расскажем, подожди. Непременно нужно сразу все, вот чтобы расшифровано было. И три креста, и три горы, и все. Нам вот разжевать нужно. И 50-й, и 100-й год. Так, ну все, навечу. Это пророчества такие, знаете. Навечу вот пророком вас. Давайте. Вот оно же, ну есть. Пророчество. Принимайте его просто как данность. Но не пытайтесь понять, потому что мы знаем из Священного Писания, что у Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Это может случиться завтра, послезавтра. Просто не надо вот нам делать скоропалительные выводы и видеть сразу все, вот на, чтобы нам было разложено, что пойдешь вот по этой улице, и тебе вот сюда там случится. Еще не надо скоропалительные выводы делать даже отношения. Вот сейчас слушал, Игнат Викторович стал говорить по поводу сегодняшнего евангельского чтения и о проповеди. И сказал, что вот притча. Слышу, сестра говорит, да это не притча. Она уже умная, она уже знает. Это не притча. А там-то дальше притча была все-таки. Скоропалительный ум свой надо усмирять немножко. Размышлять, прежде чем делать какие-то выводы. Все знает точно. Наверное, закончено сегодня. Поблагодарим Бога за то, что Господь нас еще терпит. И у нас событие такое радостное, есть событие на таком фоне печальном, оно особенно радостное. У брата Андрея день рождения. Пожелаем ему от Господа много лет здравия души и тела и спасения вечности. И слез, и покаяния. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Мы
Достой на истекого истину, блажите тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение и занятия. Спаси Христос. Брат, оставайтесь. Простите. Андрюша, Андрюш, возьмите это. Костенька, Костенька. Что? Возьмите это.